На телеканале «Старт» в октябре 2020 года состоялась премьера нового детективного сериала «Шерлок в России». Первые серии зрителям понравились, и они с удовольствием следят за приключениями Холмса в исполнении Максима Матвеева. Но будет ли «Шерлок в России» второй сезон? На данный момент дата выхода не названа. Но по неофициальной информации, продолжение будет снято и выйдет оно не раньше осени 2021 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.